Речникам Якутии некогда отдыхать, несмотря на активное образование льда. Паромы и теплоходы не могут справиться с природой, но грузы, в том числе и жизненно важные, нужно доставлять. Поэтому суда ходят в сопровождении тяжелой артиллерии, ледоколов. Как обстоят дела на переправе Жатай-Техтюр, узнала Розалия Борисова. После ожидания, у кого многочасового, у кого многодневного, машины начинают загружаться на баржу. С последним автомобилем на этот рейс водителям приходится запастись еще каплей терпения. Прежде чем судно тронется, может пройти до 3 часов. Самое сложное в работе ледокола – это расчистить место разворота баржи. Длина судна составляет около 150 метров. И чтобы оно смогло отплыть от берега, необходимо расчистить лед в радиусе 250 метров. И только после этого баржа может начать движение по каналу позади ледохода. Самое сложное, чтобы то судно, которое ты проводишь, от тебя не отставало. Вот это самое сложное, чтобы держать дистанцию, чтобы это судно шло как можно более чистой воде. Большую часть времени занимает даже не сам путь до противоположного берега. Погрузка и выгрузка автомобилей стоит водителям около 3 часов времени. Нередко во время выгрузки машины начинают буксовать, как сейчас, и не могут выбраться на берег. И в этом случае им помогает экскаватор-погрузчик, который выполняет рейс вместе с баржей. Он же помогает расчистить и подготовить место погрузки автомобилей. Машины грузим в порядке живой очереди. Но грузим преобладает в основном большегрузы, но маленькие машинки не забываем, легковушки. За один раз переправить удается не больше 20 машин. Между тем, что на одном, что на другом берегу очередь километровая. Конечно, плохо. Очень много времени, во-первых, уходит. Считаю, весь день потерял. Еще мне до Алдана ехать. Третий день. То приеду, то уеду. Кушать надо же. Первый раз вот сюда попал и, если честно, очень сильно огорчен. Уже 16 числа езжу, почти что полмесяца. И если сегодня не переправились, не знаю уже, когда домой попадем. И хорошо было бы, если мост построили бы. По такой же схеме осуществляется перевозка грузов в противоположный берег. За день можно сделать лишь 2 круговых рейса. Это при том, что период сейчас считается не самым сложным. Трудности начнутся, когда лед окончательно встанет. Ориентировочно 20-25 ноября. До этого начинаем где-то с 20, получается, октября, и до 20 около месяца работаем. Там уже начинает работать переправа повыше. Ну, я думаю, там уже необходимости такой нет. Машин нет, потребностей нет. Ну, соответственно, тяжелые ледовые условия. А до этого ледокол ежедневно, так же, как и сегодня, будет сопровождать баржу и помогать перевозить груз с одного берега на другой. Розалия Борисова, Василий Соловьев, Михаил Андросов, Радамир Томский, НВК Цахай, Якутск, Мегино-Кангаласский Улус.